Вы смотрите канал Улицы Москвы, мы в окрестностях метро Стахановская. Туда вот прямо, если что, будет метро. Путепровод Карачаровский. Вот эта железнодорожная линия, грузовая. Ну а сейчас мы прогуляемся по второму Карачаровскому проезду. Вот отсюда он пойдет. До железнодорожной линии Горьковского направления. Это район Нижегородский, юго-восточный административный округ. А первый Карачаровский проезд проходит по другую сторону Рязанского проспекта. Почетной стороне, вблизи торгового комплекса Леруа Мерлен. Мы там были уже, как раз вот между Леруа Мерленом и новым жилым комплексом Среда. Сложившаяся старая застройка еще, наверное, со времен, когда эти территории не являлись частью города Москвы. Существовал поселок Карачарово. А также там дальше город Перово. Бронницкий у нас переулочек влево, а чуть дальше вправо улица Бронницкая. А дальше, если идти прямо, можно выйти к пешеходному мостику, который ведет в обособленный микрорайон фрезерных карачаровских улиц, который располагается между Казанским, Горьковским направлением и линией Московского центрального кольца. Ну, сейчас с открытием метро Стахановская, наверное, транспортная доступность той территории стала чуть лучше. И можно от дальних домов, наверное, от ближних самых домов дойти до станции метро. Вот. Орехово-Зуевский проезд пересекаем. Ну, сейчас вот дойдем до туда, тогда посмотрим на этот мостик. Это не платформа, это просто мост через железнодорожную линию.
кстати, лифтом оборудован. Так, ну все, будем здесь.